На улице композиторов Воробьевых началась реконструкция. Она будет проходить в два этапа. На первом отремонтируют участок дороги от улицы Ярославской до Карла Маркса. Необходимо перенести кабельные линии, газопровод, канализацию и водопровод. Эта дорога построена еще в 1962 году. Последний ремонт был в 2007. Цель реконструкции – максимально увеличить пропускную способность улицы. В результате дорога станет пятиполосной, шириной 17,5 метров. Некоторые виды работ будут проводить в ночное время, чтобы к 6 часам утра открывать движение и причинять как можно меньше неудобств автомобилистам. В настоящий момент основной трудностью это будет время. То есть у нас очень ограниченный срок. Если в плановом режиме работать, то нужно 4 месяца. Мы берем на себя обязательство до 20 сентября закончить реконструкцию данной улицы. Гарантия есть? Гарантия 5 лет.